В 2022-2023 годах в Самаркандской области ожидается проведение операции по трансплантации печени. Об этом на пресс-конференции заявил начальник областного управления здравоохранения Давронбек Джуманиязов. В 2023 году на базе областной многопрофильной больницы будет создан центр хирургии, где будут выполняться подобные операции. В настоящее время около 5000 людей по области страдают циррозом печени, вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями. Согласно исследованиям, свыше 100 пациентов сегодня нуждаются в пересадке печени. На пресс-конференции рассматривался ряд других вопросов. По данным, в целях повышения качества оказания специализированной медицинской помощи населению в области созданы филиалы 12 республиканских специализированных центров и 36 квалифицированных специалистов, работающих за рубежом, возвращены на работу в эти филиалы. Как сказал Даврон Джуманиязов, за 2021 год в лечебно-профилактических учреждениях области выполнено 318 видов операций. Только в кардиологическом диспансере проведено более 3000 операций на открытом и закрытом сердце более чем 6000 пациентам. На выделенные 30 миллиардов сумм закуплено 48 видов современного медицинского оборудования. В 2022 году планируется строительство новых корпусов в двух районах области – Булунгурском и Иштыханском. В системе здравоохранения региона в 2021 году произошло еще одно важное событие. В областном многопрофильном медицинском центре открылся филиал Республиканского хирургического центра имени Вахидова. И впервые 10 пациентам успешно проведена операция по пересадке почки. В этом направлении также налаживается сотрудничество с турецкими экспертами. В настоящее время 4 специалиста из Самарканда отправляются в Турцию для повышения квалификации. По завершению пресс-конференции приглашенным журналистам вручили новогодние подарки и грамоты за существенный вклад в развитие системы здравоохранения.